Вот он. О, чудненький экземпляр. Хороший. О, еще где-то стукнуло. Хрюкнуло. Хрюкнуло. Слабо. Ну это брекче. Ее резать надо. Чудесный. Чудесный. Так, сейчас привязку сделаю. Везде перелифт. Есть хорошие образцы. Тоже. Прекрасный. Опа. Еще какой-то сбрякал. Ну, это жильный. Такой яркий цвет. Отлично. Все, пора домой. Шел, собирал перелифт. Ну, наткнулся. Кварчик был виден, наткнулся. Вот вроде кварцевая жилка. Видна где-то минерализация уже. Ну, вон. Видно, что тут кристаллики появляются. Поэтому вот здесь вот направление жилы определить и копать. Так что можно хрусталя и перелифта набрать.